Ох, как вы поняли, милые девочки, я по большей части и сейчас болею за сына своего. Но очень хотелось бы и девочку, да потому что это надо, да потому что один ребенок хорош, но нужно двое, а может и третьего, да потому что я могу себе это позволить. Как человек, вдоволь накатавшийся на тачках крутых, может себе позволить то, что продается в Орионе. И вы правильно поняли, как сюда приехать, Том. Ну да куда мы приехали за подарками? Только в магазин Орион. Я, конечно, понимаю, что девочки всегда хотят, ну, цветы. Ну, вот честно, и цветы я тоже подарю. Но, к сожалению, для своей супруги я подарил чуть большую часть из моего финансового состояния. Вот, потому как, ну, надо было так сделать. Вот. А если бы у меня был бы ребенок, я бы, конечно, приехал бы только сюда. Потому что здесь, вот я вам точно говорю, что на все периоды жизни дитя здесь есть все, что нужно. И для маленького ребенка, и для большого, в том числе. А как сюда проехать, то очень просто. По вокзальной направо, дивный поворот направо и третий поворот сюда. Вот вы и здесь. Итак, что такое девочки? Для девочек в Орионе все левое крыло. Все. И посмотреть-то есть на что. И цены самые низкие в городе, и пупсы, и вся техника, и тарелки, и все для вас, девочки, необходимое здесь есть. И вот 8 марта, да, время дарить подарки. Подарков здесь, естественно, много, но я все-таки говорю о том, что, в общем-то, вам необходимо подарить девушке что? Один из подарков – это игрушки. В смысле, не просто игрушки, это куклы. За моей спиной вот как раз-таки куклы для детей, которые могут себе там позволить. То есть, можешь позволить себе раскрасить. И ноготочки в том числе. Вот. С другой стороны, вот я посмотрю здесь, вот, пожалуйста. То же самое, то есть выбор кукол просто огромен. Ну вы понимаете, конкуренты конкурентами, но главная страсть Ориона — это всегда что-то новенькое. У конкурентов один поставщик, у Ориона его несколько. И самое главное, руководство Ориона такое же, как и я, постоянно требует новинок. Ну куклы куклами, пожалуйста. И здесь опять же. Вообще вот это подразделение фирмы Орион, которая занимается чем? А оно занимается тем, что вам дарит возможность пообщаться. Детям, естественно. Люди сюда большие приходят. И для детей все это дело покупают. Но вот если ваш ребеночек захотел покатать кого-то, то вот эти замечательные колясочки. Мой сын, кстати, сюда приходит и постоянно катает. Где же мой сын-то? Теперь сколько их? Да не пересчитать. И главное, куда свалить? Для сына своего это место вся комната. А для дочки кухня и туалетный гардероб, куда уместиться может многое. Вообще надо понимать, что девочка, она что хочет? Она хочет полный перечень посуды. Посуды должно быть много-много разной. И вот эта посуда. И вот еще посуда. И вот посуда. И вот посуда. И вон посуда. И вот посуда. И еще посуда. И вот еще посуда. То есть, ну, так нормально, да? Хватает. Ну и, естественно, для посуды что необходим? Необходим пупсик. Пупсиков здесь... Вот отсюда и он до туда. Это не просто много, а вагон пупсиков. И вагон пупсиков, и вагон дитять, что поболее. Естественно, те дамы, которых можно покрасить. Естественно, большие масяньки для любого возраста. И я не знаю, но вы проедьте в Орион и сами в этом убедитесь. Просто съездить надо, чтобы показать маме и папе самые дешевые цены. А что такое мама? Ну, мама, у мамы есть все. И микроволновка, и пылесос, и моющая машинка. А при чем тут мама-то? Хотя маме тоже сюда необходимо зайти, потому что мама должна же своему ребенку все это сделать. А теперь вот я вам серьезно говорю, детям, детишки, в смысле дочерки наши, сколько во все это обойдется? Просто, чтобы вам все это дело упаковать. 420 рублей пылесос. Еще корзина кассовая тоже 950 рублей. А микроволновка. Тут их две штуки. Вот, даже есть еще и побольше. 550 и 650 рублей. А, называется стиральная машина. 600 рублей. Опять пылесосы. Это соковыжималки. Опять пылесосы. А, вот, вот это вот. Еще тоже. Это миксер. Вот. И еще весы.
А, вот, что нужно. Нужен утюг. Вот есть утюг. Вот. И вот. Ну, и там еще и микроскоп есть, и много всего чего. И, в общем-то, в итоге за 3000 рублей вы себе упаковываете полностью, ну, не то что кухню, да, кухню, кстати. Раз мы все-таки показали вам, из чего пьете, то вот из того, что готовить, это тоже здесь. Конечно, вы все это поняли. Конечно, вам бы захотелось посмотреть и то, что было и ранее. И я вам в этом-то помогу. Дело в том, что 3 года назад я начал размещать в Ютубе все то, что я сделал за свои 13 лет в эфире. Разместил. Пободался с аккаунтом, кой захотел ломануть мои сюжеты. Пободался с успехом. А теперь и вы, сидя дома, зайдя в Ютуб, можете это увидеть. Ну а пока вы поняли, как в Орион доехать то. Конечно, я вам ничего не могу показать. Хотя смогу показать, потому что моему сыну 3 марта исполняется 3 года. И поверьте мне, и время свое проведет он только в магазине Орион. Вот. Почему не могу показать? Потому что, ну, к сожалению, только у меня супруга. Вот. А супруги другие вещи и в другом количестве. Вот. Но все остальные, пожалуйста, приезжайте сюда. Вы 100% найдете для своего ребенка все, буквально все, что нужно.